Всем привет, с вами Мила. Так, микрофон включен, проверяю. А то мало ли, будет как в прошлый раз. Всем привет. Что ж, продолжаем играть Lost Ark. Хотя я бы не сказала, что меня прям очень сильно тянет. Так, карту может сразу найдем. Кажется, где-то рядом. Где-то рядом, а где конкретно? Так, я уже давненько не заходила в игру. Немножечко сейчас буду купить, но на новой клавиатуре, кстати, конечно, поудобнее, чем было на той. Много. Это тут уже элита мочит. Так, где-то тут у нас какой-то. Похоже, цель где-то рядом. Где? А где рядом? Поконкретнее можно? Соляная пустыня. Можно сказать, там 100 метров влево, 100 метров вправо. Где-то рядом это такое понятие растяжимое. Где-то здесь, может? А фиг его знает где. Что-то не вижу я, где тут и чего. Я уже вообще забыла, как выглядят эти сокровища или что это. Где-то рядом, где-то рядом. Можно поконкретнее. Ай, ну вас нафиг, ладно. Поговорить с Руфи, это где? Так, давайте здесь откроем телепорт сначала. Регальская равнина. Все, ажиотаж прошел на Lost Ark. Народу практически нет. Все уже прокачались. Чё ж так тормозит? Алло, а нет, есть люди. Есть люди. Не особо много. Чё так притормаживает-то? Алло, гараж. Почтальон. Печки. Принес журнал. Мурзилка. Подарок за регистрацию я уже забирала. Подарок за регистрацию я уже забирала. А что тормозить-то так, я не пойму. Драйвера, блин, обновились, конечно. Конечно, конечно. Так, это мне вот сюда, что ли? Ой, ё-моё. Что ж так далеко-то? Это надо на лошадку, наверное, сесть. И поскакать. Атлас Искателя. Плотоядный соляной скорпион. Там элитка. Все бьют элиток для чего-то. Для чего? Дать ей смысл. А, ну руфиниты с них падают. Скорее всего, из-за руфинитов. Ну, либо какие-то знания, я не знаю. Что-то типа того. Латифа? Я когда увидел Латифову дочурку, худенькая, лопоухая, глаза большущие, у меня сердце сжалось. На нее кандалы цепляют, а они спадают. У нее же ручки тонюсенькие. Посадили ее
в собачью клетку, как звереныша. Так, посадили ее в собачью клетку, как звереныша. Ну, думаю, разве так можно, Руфи? Нельзя, не по-человечески это. Я на такое не подписывался. Нам этот в пернатом воротнике как сказал? Найдите старуху, и будут вам золотые горы. А от обейга такой всех гребет. Без разбора. Утром, наконец, до старухи добрался. А она бойкая оказалась, острый на язык. Сама пойду, а тронешь, прокляну. И смотрит из-под лобья. Жуть. Чует мое сердце непростая эта старуха. Как ее привели в лагере, неладное творится. Тобольный вихрь поднимется до такой, что смотровую вышку прокинет, то ледяные ветра подуют, ледяные в пустыне, а тебе и по делам ему весь продрог. А меня наоборот горячий ветерок с раннего утра преследовал, словно подгонял. Я ему поддался, иначе бы весь изжарился, а он меня сюда, как бы это сказать, поддул. Поддул, блин. Прихожу, а тут Табир, Латифов помощник, за камнем прячется. Сперва не признал меня, а как признал, давай тараторить. Про какие-то яйца, про тайное место. Он вроде как о помощи просил, но я так и не понял, то ли зверье забить надо, то ли зверобой собрать. Кажись, про печень бронезавью что-то было. Ошарашил меня, а сам побежал от камня к камню в сторону нашего лагеря. Как бы его часовые не выловили. Так, добыть печень бронезавра в пустыне зверобой. Сегодня четверых выводить будем. Так, добыть печень бронезавров. Ну давай. Добудем печень бронезавров. Чё за тормоза, серьезно? Такая вроде игра по графике не особо. Ой, я не сюда. Еще какие-то тормоза. Отвалите вы! Так, здесь тоже телепорт, да? А вот они, бронезавры, да? В принципе, есть смысл копить эти шарики. Энергию или что это? Да, это типа энергии. Мне нужен бронезавр. Так, траву я всю собрала, получается. А, ну да, блин, хороший навык. Он типа собирает, стягивает их в кучку, и потом убивает. Нормально такой навык. Против кучи врагов. Эффективен. Против одиночных целей, конечно, не так. Ничего я не тараторил. Это господин Руфи, видимо, с просонья был. Не бронезавья печень, а бронезавры мечутся. Вот что я сказал. Мечутся и мешает мне зверобой собирать. Странные дела творятся в лагере разбойников. Вдруг закружится пыльный вихрь, я прокину смотровые вышки, а потом раз, ледяные ветра задуют, ледяные в пустыне, а к Руфи поутру привязался горячий ветерок. И все не унимался, пока не привел его к Табиру, мальчишке из Улдахара. Тот явно ждался помощи, но так быстро тараторил, что Руфи с просонней не понял. Табир просил зверье забить или зверобой собрать. Да уж. Окей. Окей. А, это что, ежедневка, что ли?
Меня Фариза за ним отправила, шаманка наша. Разбудила ни свет ни заря, говорит, беги табир за зверобоями, столетними яйцами. Куда ты их в прошлый раз закопал? Беги, не оглядывайся, чтобы до рассвета обратно был, иначе всех, все пропадем, и мы, и пленники. Обещал мне в помощь духа ветра наслать, а толку-то от ледяных фаризиных ветров часовые только злее. Минуты не сидят, все ходят, ходят, чтобы не замерзнуть. Как мне теперь яйца выкопать? Ну, давай. Я помогу. Видишь холмик земляной за камнем, где трое часовых? Я там яйца полгода назад зарыл. Тогда здесь пустырь был, не души. Ага. Окей. Да они быстро возрождаются, чуваки эти. А, ну, получилось. Ну, как бы, да. Надеюсь, еще не поздно, Фариза, как сказала. Если не вернусь до рассвета, все пропадем, и мы, и пленники. А уж полдень близится. Мы вроде живы, а вот пленники... Еще не поздно принято. Освободить пленников. Окей. Есть что за задание? Не зря табир волнуется. Головорезы совсем озверели. Чуть что не так, сразу бьют. Плачешь, колотят за слезы. Улыбнешься, плесьми всыплют за насмешки. Слово скажешь, под затыльник дадут за разговорчики. Молчишь, пнут, чтобы проверить, не померли. А если поесть попросишь, кинут гнилой апельсин, а сами мясо за обе щеки уплетают. Еще и поднесут поближе, чтобы у тебя живот свело. Какие жестокие. Меня и главное табир раз 50 ударил. Тесак свой плашмя возьмет и по спине мне, по спине, чтобы я глаза на него не поднимал. Больно взгляд у меня дерзкий. А мне так даже лучше, я на колени упаду, согнусь и тихонько подпиливаю протипилкой своей лекарской. Когда меня схватили, я только ее и успел в рукав спрятать. А все остальное, щипцы, зажимы, ланцеты в сумке моей, которую табей прибрал. Ух, я бы этому ханхузу такое кровопускание устроил, так бы раны прижег. Жечь припасы разбойника. Окей. Ща все устроим, ща все будет. Ну, правда, не до конца убивает, но... Наверное, потом, если прокачаешь этот навык. Ваншотить. Скорее всего. Еще одна карта сокровищ. Куда мне столько? Да отстань ты. Да блин, чё они так быстро возрождаются? Я не успеваю ничего сделать. Ой, короче. Я медленно убиваю, то ли чё, блин, но я просто не успеваю всех убить. Вернее, убиваю, они возрождаются слишком быстро. Слишком быстро возрождаются. Thank you.
Да отстань ты, я хотела прочитать. Записи пустынных койотов. Кажется, к вам в руки попали записи разбойника из банды пустынных койотов. Церенская деревня. 7 бродяжек убили, 3-4 увели в лагерь, 48 мешков соли, 527 серебряных монет, 15 железных сковородок, шкатулка с цацками, щеночек. Щеночка забрал Тархан, сказал, будет выхаживать. Поразительно, как в одном человеке умещается жестокость по отношению к людям и любовь к животным. Бывает такое, да. Каньон Зунгар. А, так это в соляной пустыне, а я-то сейчас... А я сейчас где? А я разве не в соляной пустыне? Вроде как в соляной пустыне. Я, наверное, с этими картами, сокровищами буду потом разбираться. Сейчас это искать все. Не в кайф. Хочется просто пройти сюжет и все. В принципе. В принципе, все. Сомневаюсь, что я буду в эту прямо играть. Ну, прям вот так вот. Как, например, Black Desert, вряд ли. Потому что я тут как узнала, что тут донат рулит. Ну, в принципе, что можно было ожидать от Майла? Естественно, что здесь будет донат рулить. А как иначе? А как иначе-то? Само собой. Донат это... Донат и Майл это две вещи, которые неразделимы друг от друга. Колечко. Еще надо уничтожить лагерь. Наверное, вот этого чувака надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, подожди, чувака. Ай. Да что я нажала, блин? А что так больно-то, надзиратель? Что так больно-то, надзиратель? А, у меня зелье закончилось. Офигенно. Ай, отстаньте от меня, противные. А что у меня на F1? Нету, что ли? Спасибо. Ой, сейчас, короче, меня, блин, отстань. А как тут поговоришь, если этот чувак здесь рядом? Золота у меня нет. Ай-яй-яй, что так больно-то? Слышь. Что это зелье нифига не восстанавливает, что ли? Офигенно. Просто офигенно. Да отстаньте вы, серьезно, дайте поболтать со старушкой. Спасибо тебе, Каруджи.
Это спаситель по-нашему, по-кабайски. Спасибо тебе, Каруджи. Да ты отстань от это меня! Это спаситель по-нашему, по-кабайски. Как тебя благодарить? Золота у меня нет. Вокруг чая не Марайя. Спасибо тебе, Каруджи. Это спаситель по-нашему, по-кабайски. Как тебя отблагодарить? Золота у меня нет. Вокруг чая не Марайя. Но юдейской соли мешочек отсыплю. Только дай до Улдахара добраться. Да блин, они отстанут от меня сегодня. Как я с ней поболтаю-то, слышь? Это не смешно. Спасибо тебе, короче. Ой, короче. Это спаситель по-нашему. Все, отстань от меня. Ну и нафиг. Так, куда мне дальше? Ой, я перемещусь, да и все просто. Можно же так делать? А, так нельзя. Ой, чё я нажимаю? Не туда. Отвалите от меня, отстаньте. Тоже, блин, сделали квест там и эти мобы тут же рядом, и они еще нападают. Ну это, блин, по-тупому на самом деле сделано. Вообще по-тупому. Можно я сюда просто перемещусь нафиг и все? Да ну ёшки-матрёшки, чё везде эти мобы-то? Ну серьезно. Долбали. Ладно, там все равно какой-то квест. Разрушители оков. Ну ладно, давайте задание заодно. Кольцо еще какое-то синенькое дали. Фига себе. Ай. Да что я нажимаю на эскейп? По привычке. По привычке. Пленников надо освободить, отстань. Я пошла пленников освобождать, ну его. Ну их нафиг, они бесконечно, они возрождаются, блин. В Black Desert бы так возрождались, моба. А? Так часто. Короче, пошла я. Пошла я, пошли и не бывает. Так, надо глянуть, что у меня действительно больше зелий нету. Так, пока что безопасная зона. Заглянуть в рюкзак. Так, это я вроде читала. Да. Так, распыление. Эти распыли мне нужны. Фиолетовый. Тоже распылять, да? Тоже, да? Так, ладно. А это что? Солнечная соль. По-моему, я читала про нее или нет? Диская соль ценится во всем мире. Да, по-моему, читала. По-моему, читала. Куча карт, вообще жесть. Соляная пустыня. Где-то рядом. А где рядом? Непонятно. Где-то, короче. Где-то вот тут, мне кажется. Это не точно. Это не точно. Ладно, с картами это надо отдельно. Или за кадром, не знаю, посмотрим. Потом решу, как. Как, чего. Так, что я хотела-то? Я что-то хотела и забыла. Что хотела? А! Эти зелья ХП. Так, средний флакон. Маленький флакон. Давай сюда. Нормально. Пока маленький будем истрачивать, использовать.
Я бы на твоем месте дальше не ходила, если тебе жизнь дорога. Там соляной гигант броет, самый настоящий соляной гигант. Хихикаешь, я тоже думал, что это сказки непоседливых детей пугать, чтобы они не лезли куда не надо. А тут вышел поохотиться. Ну как поохотиться? Хвосты варане собрать. Они же их кто послабее сбрасывают, когда дёру дают из драки звериной. Мяса в хвостах немного, но кое-что есть. Собираю, собираю, потом гляжу, соляная гора зашевелилась. Я сперва подумал, привиделась, мало ли, мираж. А гора возьми, да встань на ноги. Встала и пошла. Видишь, яма за мной? То-то же, там у этого гиганта лежбище было. Фух, нет, я, пожалуй, день-другой тут пережду, пока все ляжется. Ну и не все, так хоть гигант. А ты, если ничего не боишься, отнеси хвосты варанье в Улдахар. Мои друзья тебе благодарны будут. Плюшку мясного... А, плошку мясного бульона точно нальют. Плюшку. Так, это нам куда? Это нам сюда. А, пешочком добегу. Так уж и быть, пешочком добегу. Что так притормаживает? Стой, кто идет? Мясо от Ахумы? Ну так и не сего вилладжару. Мне-то оно на что? У меня своих дел полно. Радма Джами половину наших в Зунгарский каньон отправила. Я теперь за десятерых дозор несу. Ай, ладно, чего я гавкаю, как пес сторожевой? Ты уж не серчай. Я просто не знаю, за что хвататься. То ли укрепление чинить, то ли зверю отгонять, то ли бандитов высматривать. Хорошо, племянница моя Рамина вызвалась помогать. Теперь хоть не бегаю каждый час до смотрового помоста и обратно. Починить укрепление. Окей. Это мы сделаем сначала. А, ну давай починим, раз уж мы тут заодно. Где еще? Поскольку в ваших краях гранаты отдают, а? А, ты про столетние яйца откуда знаешь? А, Табир, ясно все. Это мы шаманки между собой их столетиями зовем. А, столетними зовем, а на деле обычные черепашьи яйца. Ну, не совсем обычные. Мы их обмазываем смесью из чая, соли, золы и глины. Обкатываем в рисовой шелухе и соломе, кладем коробочку и закапываем в землю на полгода-год. Держим про запас как последнее средство, потому что с их помощью можно наслать вековой мор. Нифига себе. Обряд этот обязательно проводить на рассвете, так что хорошо, что Табир припозднился. Не то бы я бед натворила. Испугалась я, когда Радму Джами разбойники схватили. Запаниковала, вот и не подумала, что мор всех изведет. А, вот и подумала. А, вот и не подумала, что мор всех изведет не только бандитов. Ну ты капец, конечно, чувиха. Фаризан оказала Табиру вернуться в Улдахар до рассвета, иначе все пропадем, и мы, и пленники. Уже полдень, а Табир только-только раздобыл столетние яйца. С ним все в порядке, как и с вами, а вот с пленниками неизвестно. Окей, такс. А вот спасибо, я-то думал, нам снова похлебку из одних капустных листьев есть придется. Уж третий день подряд ее варю. Ахума охотиться не умеет, зато смекалки ему не занимать. Он каждый день обходит окрестности поселения в поисках вараньих хвостов. Вараны, бывает, дерутся между собой. Проигравшие в звериных схватке трусливо сбрасывают хвосты и убегают. Сегодня Ахума, как обычно, собирал хвосты, а потом на его глазах соляная гора встала на ноги и... ушла. Теперь Улдахарец боится идти домой. Он уверен, огромный соляной гигант все еще бродит где-то рядом. Да уж, прикольно. Уж не Каруджи ли передо мной? И зачем мы в каньон поехали? Значит, Атабей скончался от потери крови? Я вас понял. А за инструменты мои отдельно спасибо. Лекарь Серват бежал из плена, и все благодаря лекарской пилке, которую он успел спрятать в рукаве. Он рассказывает ужасные вещи о том, например, как пустынные койоты бьют пленников просто за то, что те смели поднять на них глаза. Отдельное развлечение для разбойников есть на глазах у голодных, изможденных пленников, заставляя их выпрашивать хотя бы от ошметки жареных аул-хоргоев. Пора положить конец этой звериной жестокости. Хотя нет, человеческой жестокости. Звери так не поступают. Ну вот уж точно. Порой люди хуже зверей себя ведут. Это и в реальной жизни так. Взгляд пытливый, походка уверенная, лицо простодушное. Я так тебя и представлял. Да, я такая. Радма Джами нам все рассказала. Что она теперь ну, сказала? Ну, беги. Радма Джами ждать не любит. Каруджи, а я уж начала переживать.
Я сама виновата, что меня схватили. Хотела пыльную бурю на супостатов наслать. Перетерла травки пустынные, в соль их добавила. И пошла лагерь разбойничий обсыпать в полночь, как бабка учила. Думала, не заметят меня часовые в темноте. Они и не заметили. Зато их злющие собаки учуяли. Такой лай подняли, что все бандиты переполошились. Так, думала, не заметят меня часовые в темноте. Они и не заметили, зато их злющие собаки учили. А, это она. Она об этом говорила, кажется. Чувствуешь ветерок? Это духи не умолкают. Давай-ка послушаем. Знание — вот высшая награда для искателя. Мудро, ступай на запад, Каруджи. Туда, где выцвела белая плита. Там ты найдешь свое знание. Раз полевую бурю наслать не получилось, будем изводить койотов по-другому. Не вековым мором, конечно. Это обряд сложный, опасный. Если ошибешься, вся пустыня вымрет, не только разбойники. Мы им лучше клыки пообломаем. Выбить не можем, а вот заговорить вполне. Вымочим шкурки олхоргоев рассоли, их же зубки шкурками обернем. А Фариза заговор нашепчет, она молодая, дерзкая, шепчет зло. У треклятых койотов сперва челюсти сведет, а потом все зубы выпадут. Жестоко. Жестоко. Найди выцветшую плиту, Каруджи. Торговец, я самый простой торговец. Мы с друзьями лавку держим. Раз в месяц ездим на Зунгарский развал за горскими панами торговаться, как и все наши. Вот и вчера нагрузили телеги и в путь караваном. Отъехать от Лудахара не успели, как змеи на гнездо угодили. Гюрзы размером с тахамт. Господи, ну и словечки. Я на змеюку мешок из-под соли накинул и кое-как убежал, а другие так и не вернулись. Может, они все-таки добрались до каньона? Эти торговцев. Ага. Окей. И зачем мы в каньон поехали? Пробуем найти. Но мы тут еще не все починили. Все? Готово. Не дурно, а кроме не за меня не сбегаешь? Я вам что, девочка на побегушках, что ли? И зачем мы в каньон поехали? Вас дядя прислал? Пусть не переживает, разбойников в округе не видать. Если не верите, сами посмотрите. О, прикольно. Вы смотрите в подзорную трубу. Забавно. Действительно, никого нет. Я же говорила. Верховная шаманка отправила почти всех копайских воинов в каньон Зугар, и теперь стражник Шах Аркал один за всех. Он буквально разрывается, защищая Улдахар, но управиться со всеми делами в одиночку невозможно. Например, он не может выкроить время на то, чтобы починить деревянные укрепления, хотя работы всего на полчаса. Окей, это мы сделали. Дальше нам вот куда-то туда. Ой, вижу, тяжко вам. Так, ну а вот этих убивать, да? Ну да. А, все что ли? Подожди, я там вижу элитку. Вау-вау-вау.
аккуратнее. Аккуратнее. Ну да, с них руфиниты падают, поэтому... Поэтому их и фармят. Так, я, наверное, сначала все задания сделаю, а потом сдам. Ой-ой-ой, отстаньте. Что это? Прозрачное, блестящее, как стекло. Мастер попросил зайти в соляную мастерскую, где хранится спрятанный рецепт. Скрытая история. Где? Где? Скрытая история? Забавно. Было пророчество. Минут века, и исчезнет море, и воспарит черный ворон над белой пустыней, и придет с запада чужак. Тогда грянет гром, и прольется благословенный дождь, и войдет чужак в Мараю, ибо расступится перед чужаком вода. О, как! Поехали сдавать задание. Новое достижение. Триумф. 20 уровень, да? Так, значит, какое я прокачиваю там? Вот это вот, да? Я его прокачаю. Еще один вихрь. А я его не использую. Мощный вихрь. Давайте его вместо вот этого. Ну-ка. На В. На W. Вау! Да я лучше его буду. Мне больше нравится. Поприкольнее, бешеный вихрь. Это как навык у этой. У колдуньи в этом. В Black Desert. Так, элитка, элиточка. Это ее уже фарм. Я не успела. Я не успела. Ну-ка, покажи зубки Каруджи, да... зубки Каруджи, да не свои. Раз, два, три, на полагеря хватит, а на тех, кто от зубной боли не взводит, порчу нашлю. Каких лекарей больше всего боятся детишки, да и взрослые? Те, что лязгающими щипцами выдирают больные зубы. Вот и Радма Джимми решила выдрать пустынным койотам клыки. Не щипцами, конечно, а по-шамански. Для загора ей нужны шкурки и зубки пустынных охургоев. Жестоко. Вы расшифровали на «Клянусь Руфионом». Я даже не знаю, кто говорит более загадочно. Радма Джами или его святейшество. Неужели все верховные жрицы и шаманы такие? Теперь. Так, подожди, сейчас дадим сначала вам то задание. Второстепенное. И зачем мы в каньон поехали? Все, и Архам. А все, и Архам. Я сам расскажу о Тине. Он у нее единственный сын. Торговец Чинакар держит в Улдахаре лавку. Раз в месяц он с друзьями-компаньонами ездит на Зунгарский торговый развал. Вот и вчера нагрузили они телеги и в путь караваном. Не успели отъехать от Улдахара, как угодили змеиное гнездо. Сам Чинакар чудом спасся, а вот его друзья до сих пор не вернулись. Ну, друзья, все. Друзья того, к сожалению. Так, это я все читала. Солнечная соль. Так.
Радма Джами мудра. Теперь ты знаешь, абайские шаманки долгие годы ждут чужака или чужестранку, что принесет в эти земли дождь. Моя бабка Кальха Джами так хотела, чтобы древнее пророчество сбылось, что однажды ошиблась в чужаке. Силас, так его звали, вор из пограничных земель. Ловкий, хитрый, мертвого разговорит. Все сходилось, даже ворон над нашим становьем пролетел. А может, то была ворона? Кальха Джами ударила в ритуальный барабан, и кабайцы со всей пустыни собрались на Акрополе. Все волновались, переживали, я была совсем девчонкой. А когда обряд провели, с неба ни капли не упало, ни капельки. Силас горя тронулся умом. Блуждал по пустыне, словно тень самого себя, а все бормотал что-то себе под нос. Я знаю, Коруджи тоже ищет Мараю. Так пусть Коруджи помнит, Марая не откроется тем, чьи помыслы темны, как помыслы Кассия, и чей разум отравлен золотом, как разум Силаса. Ступай на Акрополь, Коруджи. Ага, окей. Это где? Ага. Ну, поехали на Акрополь. Вообще-то Акрополь вроде правильно. Хотя фиг его знает, как правильно. Акрополь, Акрополь. Похоже, цель где-то рядом. Вот где она? Где рядом? Рядом понятие растяжимое, блин. Ну, по идее... Так, сейчас мы по этим вот штукам можно посмотреть. И понять. Это где-то, судя по всему, вот здесь. Потому что... Хотя... Нет. Это вот тут, походу. Нет, подожди. А, или вот тут где-то. Похоже. Ну, она и... Карта и говорит, что типа где-то рядом. Это здесь, что ли? Как она отображалась-то? По идее, да, где-то. Хотя... Непонятно. Похоже и на вот это. Хотя не особо. Вот на вот это похоже. По идее. Так это вообще не рядом. Это вообще не рядом. По идее, больше похоже на вот это. Больше таких похожих мест я особо и не вижу. Так, ладно, поехали на Акрополь. Акрополь, Это не призови там никого, слышь. С места обитания кочевников открывается вид на пустыню Юдия. Сегодня мы обратимся к богам. Кабайцы забыли имена богов Коруджи, ибо боги отвернулись от нас. Они покарали весь народ за грехи одного правителя. Справедливо ли это? Не знаю. Но я знаю, что боги дали нам надежду. Пророчество. Кальха Джами однажды ошиблась в чужаке, а у меня вас сразу двое, и оба достойны. Так говорят духи. Где твой друг, Коруджи? Вали! Гурбой навались! Вам не выжить, бродяжки! Вали! Нифига их! Вы что, издеваетесь? Ну давай. Понеслась.
Прикольный этот вихрь, кстати. Шайка пустынных бродяжек в сборе. Господин будет доволен. Алхаргой любит подсоленное мясо. Слышали, бродяжки? Кто пойдет на закуску? Кто это там? Вау, вау, вау. Не меня, не меня! Червичего! Спасите! Жестоко. GH. Бездействовать или подать руку? Ладно, давайте будем добры. Зря я, наверное, это сделал. Кажется, я что-то сломал. Мне же из народа золото. Вот и вали. Воу, что происходит? Свет включите. Тут это как-то темновато. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй. Ой, я не то нажимаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гадость какая. А можно мне такую атаку? Мощно. О чем вы говорите, искатель? Это ваше появление предсказано в пророчестве. Иного быть не может. Да, я тоже чужак, который пришел с запада, но я Дерон. Неизвестно, какую тьму может пробудить во мне печать силы. По заветам предков. Так, ладно. А погреть с верховной шаманкой? Подойди, Каруджи. И грянет гром. Почти все готово, Каруджи. Нужна лишь капля твоего пота и щепотка юдейской соли. Не бойся, не прокляну. Таков шаманский обряд. И пусть твой друг не печалится. Духи говорят, у него доброе сердце, они не ошибаются. Одной щепотки соли будет достаточно. Что говорит Радма Джами? Что нужна щепотка соли. Вот что она говорит. Она же сказала щепотка. А тут аж 3 щепотки. А ну показывай соль. Разве же это соль?
Каменная пыль и птичий хамниш. Или как вы это на всеобщем называете? Хорошо, что я всегда ношу с собой мешочек синей соли. От сглаза. Держи, для такого случая не жалко. Вы готовы, искатель? Всегда готов, как пионер. О, Фариза. И все-то она лучше всех знает. Синюю соль оставь себе, Каруджи. Мне нужна соль земли нашей и соль земли чужой. Смотрите, в небе радуга. Радуга — это прикольно. Мы долго этого ждали, Каруджи. И боги ниспослали нам благословенный дождь. Теперь путь в Мараю открыт. Но даже Радма Джами не знает, что ждет вас в древних руинах. Но я знаю, что свет, который вы несете, рассеет любую тьму. Ступай, Каруджи, радуга укажет дорогу, а если заблудитесь, пусть вездесущие духи вам помогут. А я пойду готовиться к встрече с торговцами. Вот увидишь, иные из них обвинят меня в убытках, потому что благословенный дождь растворил их соль. Кстати, да, я только хотела об этом Не сказать. Не могу поверить. Путь открыт, искатель. Вы точно готовы? Признаюсь, мне немного страшно. Но ведь людям свойственно бояться неизвестности, не так ли? Да. Я бы пошла с вами, найти вход Мараи. Это где-то там, да? Так, ну сначала я все-таки попробую найти этот самый. Цель где-то рядом. Вот где она рядом? Фиг ее знает. Где-то рядом, говорит. Как бы по картинке больше похоже на вот это место. Солнце виске палит, и солнце заблестит на челе. Мы ищем дорожный полис. Вы дома уже 200 лет. Скрытая история. Прикольно. Скрытая история — это прикольно, а вот где сокровище, более интересно. Кольцо. Цель где-то рядом. Где рядом? Ай, не то нажимаю, блин, по привычке. Да, отстаньте. Заколка какая-то. Фиг пойми, где это. Рядом это понятие растяжимое было. Можно поконкретнее было бы.
рядом, рядом. Рядом, я сказала. Где рядом? Ой, отстань, противный. Так, каньон Зунгар. Соляная пустыня, опять же. Где-то рядом, говорит. Вот это точно где-то рядом. Но это не точно. Типа где-то здесь. А где? И как оно выглядит, я уже забыла. Я же как-то один раз находила, по-моему. Или не находила. Не помню. Ой, отвалить. Короче, это реально надо прям заняться отдельно этим делом. Я все равно сейчас уже серию заканчиваю. Так понимаю, мы какую-то новую локацию перейдем. Надо туда дойти. Надо туда дойти. Открыть там телепорт. Ты куда? Слышь, ну-ка стой. Стой, тебе говорят. Куда он пошел? Куда он, блин? Где-то здесь, да? Блин. Постойте, искатель! И расступится вода. Позвольте мне. Теперь путь открыт. Нас ждет Марайя. Не, подожди, я пока туда не хочу. Это в следующий раз. Это в следующей серии. Благословленный дождь. Так, ладно, это потом. Ой, блин, тут какое-то задание. Так, как там перемещаться-то? Там какое-то задание. Сабина, противная девчонка, сказала ей, чтобы дома сидела, камешки из ритуальной соли убирала. Она удрала. Как бы не за Улхаргоями. Услышала, наверное, как мы с Радмой Джами субной заговор нашептываем. И тоже захотела. Ладно, мол, Улхаргоя с ними, она справится. А вот если колючники нападут, ох, Сабина. Так это еще не конец. Это еще тут не конец. Ай-яй-яй. Ох, куча всего. Понавыпадала. Ладно, пусть серия будет подлиннее. Уже добью тут квест.
Ты вот этих не быстро. Так, подожди, а сдавать-то кому? А, типа, подожди. А сдавать-то куда? Не совсем поняла. Кому сдавать-то? Отвалите. А, завершить надо нажать. Все. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. И всем до встречи. Пока-пока.